Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Барашечек черненький, черненький, барашечек черненький, черненький, по столику котится, котится, а нам есть и хочется, хочется. Песенное народное творчество. Кладезь мудрости и многовекового опыта. Песня сопровождает человека всю его жизнь. В походах, на войне, на работе, в поле, на жатве. И в горе, и в радости, одним словом, песня помогает человеку. Песня – это душа народа. Свадебные, толочинные, купальские, жатвенные. Одним словом, все-все обрядовые песни составляют многолетний багаж фольклорного народного коллектива «Голос Спадщины» с Полоцкого района. И все мы с вами, дорогие друзья, хорошо знаем нашу замечательную гостью и активную участницу народного фольклорного коллектива «Спадщина». Вот она, встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Степановна. Я слышала, вы пели песню из репертуара нашего коллектива. Это значит? А это значит, что сегодня у нас пойдет разговор именно о вашем народном, уникальном фольклорном коллективе «Голос Спадщины». Пока мы будем готовить новое блюдо, я уверена, что вы приготовили нам что-нибудь интересненькое, как всегда. И есть повод поговорить о вашем коллективе. С большим удовольствием. Ну, а блюдо сегодня мы будем готовить одновременно и простое, и в то же время очень интересное. Так. Называется оно бульбянный тулупчик. Ух ты, бульбянный тулупчик. Первый раз слышу такое название. Ну что, я так понимаю, что основной ингредиент — картофель в этом блюде. Да, хотя еще есть вот еще продукты на нашем столе. Есть и кроме картофеля, конечно, да, же, ингредиенты. Какая-то очень хорошая белорусская хозяйка когда-то очень давно приготовила начиненную картошку. Но сейчас она называется бульбянный тулупчик. И для этого блюда нам понадобится картошка, которую нужно для начала хорошенько вымыть и просушить. Отварная свинина, лук, перец сладкий, сыр, сметана, ну и, конечно же, специи и соль. И, конечно же, нам понадобится помощь нашего замечательного повара ресторана-пивоварни «Лямус». Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Добрый день. Евгений, я уверена, что селедку под шубой вы готовили и готовите в этом ресторане. Ну, конечно, готовим. Ага. И, конечно же, картофель в мундирах для вас не диковинка. Нет. А вот интересно, доводилось ли вам когда-нибудь готовить бульбяны тулупчик? Такого я не слышала. Ага, ну вот придется сегодня попробовать вместе с вами приготовить это уникальное блюдо, которое нам, как всегда, привезла Елена. Пробуем. Рассказывайте. Ну что ж, Евгений, нам нужно для начала вот этот вот картофель, который уже помыт и просушен, нужно его запечь в духовке где-то примерно час и отварить свинину. Поэтому мы попросим вас это сделать. Хорошо. А мы, Степановна, с вами примемся за начинку. Конечно. Я беру на себя лук и перец сладкий. Угу. А я, как всегда, с удовольствием потру сыр. Сыр. Да. Да? На крупной терке. На крупной терочке. Да, пожалуйста. Прекрасно. Пока мы будем с вами готовить начинку, хотелось бы услышать какую-то новую интересную песню из репертуара вашего коллектива. Вы знаете, с большим удовольствием, тем более, что я сегодня приехала не одна. А что, с гармонистом? Нет, я привезла с собой молодую и очень талантливую участницу нашего коллектива «Голоса Спадщины» Анастасию. Пожалуйста. Ну, мы рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, Анастасия. Мало того, что это замечательная у вас участница, но еще и какая молодая, красивая девушка. Ну что вы нам сегодня споете? Вы знаете, наш любимый праздник –
любимый праздник нашего всего коллектива, волосы спадчины, конечно же, это купалье. И хотя сейчас на улице уже холодно, осень, но я думаю, что сейчас станет теплее от этой песни. Мы вам споем песню, которая называется «Купалинка, ночь маленька». Ой. И особенная характерность голоса спадчины, особая манера исполнения песни – это полоцкий канон. И мы, конечно же, с Настей попробуем спеть, потому что поют обычно очень много участников коллектива, но мы попробуем воспроизвести это вдвоем. Купалинка, купалинка, ночь маленько, ночь маленько. Купалинка, купалинка, ночь маленько, ночь маленько. Я не спала. Крапивою, крапивою. Ой, браво! Замечательная песня, я заслушалась. А мне так хочется услышать песню, вот она мне очень понравилась, Елена, вот ту, что я начинала петь в начале передачи. «Барашечек черненький». Сможете исполнить для Конечно. Всех телезрителей? С большим удовольствием, я думаю, вы нам поможете тоже. Ой, да? Попробую. Барашечек черненький, черненький, барашечек черненький, черненький. По столику котится, котится. Народная песня сопровождала наших предков всегда. Во время работы, в краткие минуты отдыха, в горе и в радости, в будни и в праздники. Аутентичная песня настолько яркая и неповторимая, что по манере и особенностям воспроизведения мелодий можно узнать даже национальность поющего. Где, как ни в песне, можно постичь характер нашего народа, его безмерную широту души, доброту и щедрость. В песне происходит эмоциональное очищение. Недаром ее называют хранилищем народной души. А если песня исполняется целым хором, то в гармонии соединяются души и сердца. Елена, какие замечательные у вас песни. Вот меня все время удивляет, где же вы берете вот такой интересный репертуар? А вот такие вот замечательные душевные песни и, конечно же, очень старинные песни достались нам от нашего носителя фольклорного, от нашего руководителя народного фольклорного коллектива «Голос спадчины» Веры Владимировны Писюковой. А она все это унаследовала от своей мамы Дроздовой Евгении Павловны, которая тоже замечательно очень пела фольклорные песни. И вот наша Вера Владимировна уже 43 года руководит нашим коллективом. И, конечно же, мы собираем, по крупице собираем все народные песни, танцы, народное творчество и передаем, конечно же, их молодежи. Какие молодцы! Вот я смотрю, что просто преемственность поколений существует в вашем коллективе, да? Ну, просто хочется сказать низкий поклон всем участникам. Какие вы замечательные, что бережно храните традиции белорусского народа и передаете их из поколения в поколение. Это просто великолепная миссия. В коллективе «Голос спадчины» есть и семейные династии. Самые известные из них – это семья Писюковых. – В 1992 году был создан коллектив-спутник «Колосочки». В него приходят 7-летние мальчики и девочки, а в 16 лет они переходят во взрослый коллектив «Голос спадчины», составляя его молодежную группу. Ночь маленькая, я не спала,
Елена, я сыр натерла, вот натерочку. Что нам осталось еще приготовить? Ну вот я уже справилась с лучком. Нам нужно порезать сладкий перец. Может, поможете мне? Попробую. Соломкой, да? Соломкой, да. Нарезаем сладкий перец соломкой. Так, очень хорошо. И наши ингредиенты для начинки уже будут готовы. Я вот хочу сказать Степановне, что у нас сегодня в состав нашего блюда входит сметана. Но для тех, кто любит с майонезом, конечно же, можно заменить сметану майонезом. Ах, можно и с майонезом? Конечно. Кто как любит, одним словом. Замечательно. Полезные свойства сметаны делают этот продукт незаменимым в повседневной жизни. Это славянское изобретение. Еще во времена Киевской Руси молоко оставляли закисать, а затем снимали с него вершки, которые мы сегодня и называем сметаной. Сметана, в отличие от сливок, быстро усваивается организмом, потому что при сквашивании изменяется структура белка, который входит в ее состав. Сметана регулирует работу кишечника и желудка, а также стимулирует аппетит. Доказано, что сметана благоприятно воздействует на гормональный фон и на наше психоэмоциональное состояние. Она содержит витамины С, В, Е, А, В12 и В2, а также фосфор, кальций и железо, необходимые для нормального роста организма. Сметану можно заменить майонезом. В состав традиционного майонеза входит растительное масло, яичный желток, горчица, а также уксусная или лимонная кислота. В современных магазинах можно встретить действительно качественный майонез, приготовленный из натуральных продуктов. Чтобы его найти, внимательно прочтите информацию на упаковках. Кстати, из-за натуральности такой майонез имеет маленький срок годности, так что не стоит долго хранить его в холодильнике. Вот, перчик наш готов. Готова картошечка, смотрю. Готово. И мясо готово. Женя, пока мы со Степановной дорежем наш перчик, мы попросим тебя, порежь нам, пожалуйста, мясо. Хорошо. Будем вот складывать, наверное, в одну тарелочку пока, да? Перчик наш. А мы посмотрим, как необходимо порезать мясо. Хорошо мясо отварилось у нас, смотрю, да? Мелким кубиком порежено. Мелкими кубиками. Понятно. Наверное, надо порубить немножко зелени тоже, да, Елена? Да, зелень нам пригодится. Пригодится зелень немножко, петрушечки, укропа. Так, Евгений, складывайте, пожалуйста, мясо. Ой, как вкусно уже пахнет. Я, конечно, понимаю, что Елена знает, как сделать вот эти тулупчики. А интересно, как бы профессионал предложил вот начинять этот картофель? Ну, покажите нам мастер-класс, Евгений. Берем картофель, делаем небольшие надрезики. Угу. Вот как интересно оказывается. То есть края можно завернуть, да? Да. Так. И вот это содержимое, может быть, в эту мисочку, да? И маленькая ложечка. Аккуратненько выковыриваем. Картошинку. Угу. Вот как интересно, действительно получается гульбяный тулупчик. Тулупчик настоящий. Красиво. Ну что, мастер-класс получен. А что нужно сделать Евгению, Елена? Руководите. Женя, я думаю, что мы вас попросим сейчас обжарить лук и перчик. Хорошо. Для того, чтобы приготовить нашу начинку. Ну, а мы, Степановна, наверное, с вами попробуем сами делать. Ух ты, как волнительно. Вот такие сейчас вот бочоночки картофельные. Значит, надрез делаем. Вот я увидела, что нужно вот так вот крестиком таким. Так. Да. Небольшой надрезик. Получается? Пробуем. Я думаю, что ух ты, как интересно, правда? Даже очень весело все это происходит. Смотрите, как красиво. И теперь вот это вот сюда будем содержимое складывать, да? Угу. Елена, а потом что нам нужно сделать с картошечкой? Наверное, размять ее хорошенечко, да? Да, вот это содержимое, что мы вынимаем из наших бочоночков, обязательно размять и смешать с начинкой. И затем будем начинять наши бульбяные тулупчики. Самый полезный картофель – это печеный картофель.
Когда мы варим картошку, то часть содержащихся в ней веществ разрушается от высокой температуры, а часть уходит в отвар. Когда же мы картошку запекаем, то практически все витамины в ней сохраняются. Кстати, картофель содержит много калия. По его содержанию желтый картофель ничуть не хуже розового. А витамина С здесь даже больше, чем в клюкве. Особенно полезно перед запеканием не чистить, а только хорошенько вымыть картофель и употреблять его в пищу вместе с кожурой. Елена, вот пока мы с вами делаем эти тулупчики, хотелось бы узнать, что коллектив-то у вас уже популярен среди народа, я так понимаю, фольклорный такой эксклюзивный коллектив «Голос Спадщины». И, наверное, немало наград у вас имеется. Вот расскажите, что за награды у вас в коллективе? Действительно, за 43 года своего существования... 43 года. Года, да. Какие молодцы. Из этих 43 лет, 23 года этот коллектив уже носит звание народный. 23 года. Конечно же, мы участвовали во многих проектах районного, областного и даже республиканского масштаба. Были участниками таких мероприятий, как «Беларусь, моя песня», «Песня краины наших батьков». Ну и, конечно же... Мне кажется, что я видела ваш коллектив и на площадках Славянского базара. Правда или нет? Были мы. Каждый год мы работаем на... Не на центральной сцене, ну, понятно, понятно. На площадке Полоцкого района. Конечно же, «Голос Спадщины» обязательно там участвует. Ну и, конечно же, многочисленные дипломы, премии. И самая главная награда – это, конечно же, любовь зрителей. Да. Но главное богатство коллектива – это люди. 20 лет их работы дали коллективу возможность в 1991 году получить заслуженное звание «Народный», которое «Голос Спадщины» не один раз подтверждал. Многие годы плодотворно работают в коллективе ветераны «Голоса Спадщины» – Людмила Ксынкина, Анна Жаркова, Алена Логовская, Наталья Шереметьева. Ярко заявляет о себе и новое поколение – Валентина Шлык, Галина Бычкова, Инна Карабан, Любовь Шестовец, Алена Луковицкая, Анастасия Подмазова, Елена Каспирович, Елена Коваленко, Татьяна Странник. Обновляется не только коллектив, но и репертуар. Его народные артисты представляют зрителю не только в своем районе, но и на международных фестивалях «Славянский базар» в Витебске и фестивале фольклора в Пинске, а также в телепроектах «Наперед у минулое», «Песни краины наших батьков». Ага, вот и Евгений. Ух, как красиво все нравилось. Да, красота. Теперь мы где-то должны это все перемешать. Да? Давайте. Да, теперь мы берем одну большую миску, и я разминаю картошечку, а вы, пожалуйста... Это все смешивать, да? Готово. Замечательная начинка, красивая. Я думаю, что мы можем приступать теперь начинять наши бульбяные тулупчики. Окей, давайте. Ага. То есть плотненько так, да, начиняем? Все правильно, Елена? Да, правильно. И еще сверху нужно посыпать сыром и так плотненько прижать для того, чтобы сыр во время того, как будет запекаться в духовке, не сильно растекался. А зелень – это когда уже будет готовое блюдо, да? Да. Так, ну что, завершается этот этап. И мы попробуем повторить твой, Евгений, мастер-класс. Да? Под чутким руководством. Ну что, рискнем? Берем картошечку. Евгений, следите, вот сколько нужно положить, сколько войдет, да, вот начиночки. Вот так, да? Да. Прижать хорошенечко. И сверху сыр. И сверху посыпаем сыр немножечко вот так, да? И закрываем это все вот так, да? Да. Ух ты, может быть, я много сыра уже положила здесь? Но ничего, это будет вкусненько, я думаю. Так, ну что, тулупчики все начинены у нас уже. Какой следующий этап у нас, Елена?
А следующим этапом мы снова попросим Женю пойти на кухню и поставить вот эти вот бульбяные тулупчики в духовку буквально минут 7-10. Ага. И они уже будут готовы. Замечательно. Обжариваем мелко нарезанный лук, свежий или маринованный сладкий перец. В запеченной картошке чайной ложечкой делаем небольшое отверстие и аккуратно, не повреждая кожуру, вынимаем мякоть изнутри. Полученную мякоть немного разминаем и смешиваем с перцем и луком. Добавляем в смесь очень мелко нарезанное отварное мясо. Заправляем все сметаной, а для тех, кто предпочитает майонез, можно майонезом. Все хорошенько перемешиваем. В полученных картофельных формочках подравниваем края и выкладываем туда пюре. Сверху посыпаем натертый сыр, немного придавливая, чтобы он при запекании сильно не растекался. Ставим на 7-10 минут в духовку. Вынимаем из духовки и подаем в горячем виде с овощами к столу. Ну что, Елена, пока Евгений запекает наши тулупчики, самое время исполнить еще одну песню из репертуара вашего фольклорного коллектива. С большим удовольствием. И я снова хочу пригласить сюда мою коллегу Анастасию. Просим. Ну и, конечно же, Степановна, я думаю, вы снова поможете нам спеть песню. С удовольствием. Сядет голубь на дубе, дивуется бороде, дива-дива, дива-дива. Чья ж это борода, уся медом улита, дива-дива, дива-дива. Уся медом улита и блинами ушита, дива-дива, дива-дива. То Василия борода, уся медом улита, дива-дива, дива-дива. Уся медом улита и блинами ушита, дива-дива. Дива-дива. Ух, чудовная песня. Елена, я думаю, что наше блюдо должно быть уже готово. Ну что ж, наши бульбяные тулупчики очень красивые, запеклись и выглядят очень симпатично и румяно. Самое время попробовать. Очень вкусно. И я смотрю, сыр вот как-то расплавился, и особенный какой-то вкус появляется у нашей вот этой картошечки. Женя, вы убедились, что блюдо вкусное? Очень вкусное. Да? И вы возьмете его в копилку рецептов вашего ресторана? Обязательно возьмем. Мне очень приятно. А мы, дорогие друзья, с удовольствием хотели бы вас пригласить в ресторан-пивоварню «Лямус» для того, чтобы встретить предновогодние праздничные вечера с друзьями, с коллегами по работе, на корпоративе. И, конечно же, просто приходите сюда пообедать. Вас всегда ждут в ресторане-пивоварне «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.